конце мая в Некрасовском в шестой раз состоялся турнир по мини-футболу с участием команд национальных диаспор Ярославской области. Кто боролся за почетный трофей и кому достался Кубок победителей, узнаем из нашего следующего репортажа. Соревнования по мини-футболу среди национальных команд организовываются руководством нашего района при поддержке Ярославского представительства Ассамблеи народов России и при активном участии советника губернатора области по национальным вопросам Александра Тимченко. В прошлом сезоне обладателями кубка были некрасовцы. В этом году честь района также защищала сильнейшая команда «Большие соли», победитель турнира памяти Андрея Маслова. Однако и соперники оказались не слабыми. В турнире приняли участие команды армянской и лезгинской диаспор. Первую игру наши футболисты со счетом 4-9 проиграли армянскому «Арарату». Во второй встрече гости разбирались между собой. И тут армянская сборная в упорной борьбе вновь взяла верх, теперь уже над лезгинской командой «Садвал». Третий матч некрасовцы играли с лезгинами и, начав активно атаковать, взяли соперника штурмом 6-3. В итоге «Садвал» на третьем месте, наши «Большие соли» на втором, а кубок и лавры победителей турнира на сей раз увезли с собой представители «Арарата». Мы вас поздравляем и вручаем, во-первых, грамоту. Спасибо. А во-вторых, кубок — последнее золото Некрасовского муниципального района. Спасибо. Ребята, и особое спасибо за то, что уважительно относились к соперникам и не травмировали друг друга. А если бы еще некоторые слова там убрать в некоторых вещах, вообще бы была идеальная работа на школьной площадке. Все болельщики отмечали, что на турнире царила дружественная атмосфера, и спортсмены играли им достаточно корректно. Спасибо за игру. На самом деле все было корректно, очень уважительно. Так продолжать. Такие турниры, они сближают нас, ребята. Вне зависимости от национальности, от вероисповедания. Вот здесь стоят все разные почти что. Но вас объединяет спорт. Пусть это будет именно здесь, ваш вот этот спор, я уже сказал в начале. Все разборки, все непонятки, пускай именно разрешаются на этом поле, на таких местах. А все остальное хорошее за столом, у себя дома. Всем вам счастья, любви и процветания, всем вашим семьям, братья. Счастья вам. Спасибо.